радио. Радио. Все. Пока у бара готовят эспрессо, еще немного и пора бежать. Звезды в луже, делить с тобой, теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть... Были, теперь их переложили вот там, где акционные эти товары лежат. Ты что, больная, что ли? Что происходит? Не знаю, стоял, что-то еблом щелкнул, кто-то перед ней проехал, на гудок, быстрее ехать, лететь. Ой, дрючки какие-то. Бам! Прям по крыше ехали. Блять, мудак ёбаный! Спокойно, Вань. Ой, перекрестие рядов, это, блядь, жопа. Не, ребят, давайте мы будем по очереди ездить. Че, чекнул? Да.
дали, и где теперь его мечты? Их просто нету, просто не позвонит в среду, просто забудет. Темные будни, другие люди, чужие судьбы, вот и все. После мгновенного колебания он кивком головы включил и Дейзи, и она тотчас же снова подмигнула мне. И все то, что составляет создано нами. Там и искусство, и все прочее, понятно? Ну сворачивай. Было что-то патетическое. Будто